чё, блядь? А? Листья. Да не трогай, не... я сам сделаю. Всем привет, сегодня 23 июня 2020 год. Посмотрите опять, вот такое вот у нас лето. Ну ладно, это ничего страшного. Сегодня буду изготавливать очень одну полезную приблуду. Она вам пригодится. То она мне пригодится не только сегодня, но и в последующих моих, как бы сказать, не изобретениях, а всяких перетурбаций. Вот. Ну что, всем приятного просмотра. Ну, для начала, ребята, я приготовлю небольшой верстачок. Вот у нас был спадокоп строительный. Вот. Поверх него постелю чистую фанеру, чтобы мне было удобно. Берем вот этот болт, начнем давать его раскидывать пополам. Приблуды сделал. Кто? Вот это. Сейчас увидишь. Закончить.
Лишним ничего не бывает в жизни. Оп. Так, он бег. Попробуй, что ли? Что? Делай? Да. Нужно? Делай. А мне не пригодится, да? Попросил. Пусковые эти шланги закручивать на тракторе. Че? Давление знаешь, какое выдерживает? Металл такой же, да? Я не знаю, если я привозил, или Ванька привозил. Это он уже привозил. Рай, да? А что ты рай думаешь? Вот такой приблуды, нехитрый способ, можно сделать вот такие вот вещи. Вот для меня здесь не имеет значения, какой здесь шов должен быть, а так плоскогубцами можно подправлять. Вот. А вот эту приблуду я сделал для того, чтобы на автомобиле нужно снять шрус, вот, а потом там установлены такие хомуты дотошные, вот, и чтобы поменять этот хомут, либо его нужно приобрести, второй раз он просто не устанавливается. Вот, благодаря вот такой штуке я вам в дальнейшем покажу, как я с помощью нее и все это дело буду менять. Ну все, всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрите, подписывайтесь на мой канал. Вот впереди тоже есть много идей всяких разных. Вот эта идея не моя, эта идея взята с интернета, самая простая, буквально там за минут, наверное, 20, вот сделаю вот такую вот приблуду. Всем пока.